как дела? Ты что, грустишь? А тебе есть с кем играть? Нет. Что это? Целых два подарка. Ну, поехали. Ну что, панда, готова смотреть, что же внутри второго набора Лего? Выглядит классно. Нравится? А, тебе нравится? Готова открывать? Ты можешь открыть сама, да? Давай, панда. Ого, так много всего! Здесь у нас снова животные, но в этот раз они с фермы. Хорошо, дадим панде минутку, она все расставит, как ей нравится. У нас очень много элементов в этот раз, и все очень разноцветные, интересные. Мне просто не терпится все это сложить вместе и посмотреть, что же там такое. Нет, нет, не ешь, панда. Ты же помнишь, это пластик. Кушать его небезопасно. Так, все, готово. А, еще одна игрушка. Отлично, панда. Давай уже скорее играть. Я прям не могу ждать больше. Готово? Давай сначала соберем самую большую часть комплекта. Это дом. Для этого нам понадобятся вот эти два белые коробка, два белых блока. Да, вот берем один и на него ставим второй. Придави-ка немножко, панда. Да, вот так вот. Супер. А сейчас нужно построить крышу. Поставь красные кирпичики на дом. Вот прям сверху. Да, и второй. У нас их два в комплекте. Да, отлично. У всех домов тоже есть окна и двери. Вот, да, это наши двери. Нам надо их тоже поставить. Посмотри, там есть маленькие крючочки, за которые эти двери цепляются. Я думаю, что тебе нужно перевернуть их. Да, вот так вот. И ставим их на первый этаж. Нет, нет, панда, на первый. Большие двери всегда внизу. Хорошо, а сейчас очередь окон. Вот такие у нас красивые голубые. Давай, вот их мы ставим наверх. Переверни-ка их тоже, наверное. Да, вот так вот. Ой, мы совсем забыли про пол. Да, здесь тоже есть пол, как в любом доме. Нужно было это делать вначале, но давай сейчас поставим просто дом сверху. Да, отлично. И наверху у нас получается комната фермера, а внизу будет жить курочка. Давай покажем курочке ее новую комнату. Да, вот так. Хорошо. Ну, давай, пристрой ее уже как-то. Супер. Сейчас давай возьмем, да, вот это ведро и поставим возле дома. Это обычно на фермах ведро, с которого животные могут пить воду. Вот, например, наша коровка. Да, такая маленькая и красивая. Вот теперь они с курочкой могут пить воду. Дальше. Возьми-ка желтый кубик и поставь на него котика.
Мы снова пробуем повторить картинку с коробки, но на самом деле количество вариантов, как все сложить и расставить, не ограничено. Так, что мы еще не собрали? Ага, давай зеленый цветочек поставим между коровой и котом. Еще у нас есть лопата. Да, панда, лопата. Давай ее просто прислоним к дому, чтобы фермер мог в любой момент ее быстро найти и начать работать, когда ему нужно. Ну и последние детали. Это наша голубая ванна и свинка, которая может не купаться. Отлично, вот что у нас получилось. Давай посмотрим поближе, что же мы собрали, и рассмотрим все детали. Вот эта картинка. А вот то, что у нас получилось. Это наш дом с курочкой. В нем есть окна, и двери, и крыша, пол, стены. Все как в настоящем доме. Да, и окна могут открываться. Супер просто. И вот здесь за дверкой спряталась курочка. Так, кто там у нас дальше? Мистер Кот! Точно как на картинке, правда? Так, дальше. Ага, значит, дальше ведро для водички для животных и наша коровка, которая пьет из него водичку. А вот и наша свинка со своей ванночкой, в которой она может плескаться. И последняя пара деталей – это цветочек и лопата. Не обязательно повторять за картинкой, можно фантазировать сколько угодно. Да, например, вот так вот, панда. Ну что, панда, тебе понравилась эта игрушка? Да, было весело? Ой, не ломай! А, хотя знаешь, это самое классное в Лего. Ты можешь все собирать и разбирать сколько угодно. Да, вот так вот. И каждый раз у тебя получается новая игра. Ты хорошо провела время, панда? Да? Тебе больше не грустно? Я рада. Давай соберем все обратно в коробку. Все игрушки сложим на место. Да, разберем домик. И положим на место, где оно должно быть. У тебя отлично получается, панда. Молодец. Просто супер, панда. О, тебе так сильно нравится. Что там? Что ты показываешь? А, я знаю! Ты хочешь, чтобы ребята подписались на наш канал? Не забудьте про колокольчик, чтобы не пропустить новые приключения панды. Вот так вот, да. Видите, как панда радуется каждый раз, когда вы подписываетесь на наш канал. Ну что, панда, будешь играть с новыми игрушками? Тебе они понравились. Ладно, тогда беги играй, а мы увидимся в следующий раз. Пока-пока!